Здравствуйте, сегодня мы на презентации Golf 7. Такие презентации проходят во всех городах Украины. И скоро нам его покажут, пока еще нет. А перед тем, как его увидеть, давайте познакомимся со всеми предыдущими моделями, начиная с первой. Вот второй. Но вот мы можем увидеть третью модель. Вот это пятый. Шестой. Перейдем к четвертому. О, мы пока еще не видим. Скоро увидим. Удивление, радости. Снять эту черную ткань. Но в данном случае черный цвет у нас цвет радости, потому что действительно мы сейчас с вами, я думаю, будем вместе со всей Украиной. Торжественно, да. Я прошу помочь нашу модель. Я прошу. Я думаю, да. Вот таким образом, да? Отсюда начнем. Хорошо. Итак, под аплодисменты. Golf 7 теперь доступен для всех украинцев. И, естественно, для всех николаевцев. Ну что, вот мы внутри нового Golf 7. Первое ощущение, конечно, замечательное, действительно очень замечательное. И теперь будем стараться взять его на тест в ближайшее время и свои впечатления рассказать вам. Так что следите за новостями. La 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 la